Су-34, изделие Т-10В, по кодификации НАТО Fullback, защитник. Советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Самолет Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, его даже называют непосредственным преемником, но схожесть индексов и отчасти назначения не должны вводить в заблуждение, между этими боевыми машинами конструкционной преемственности не существует. Су-24 разрабатывался в 1960-е годы как советский ответ на революционное семейство F-111, созданное в стенах американской корпорации General Dynamics. F-111 оказался настолько удачной машиной, что советские авиаконструкторы решили просто максимально повторить ее. А Су-34 тоже пишут как о фронтовом бомбардировщике, и в этой роли он вполне может использоваться, однако необходимо вспомнить, что его прототип на этапе разработки назывался Су-27ИБ. ИБ значит истребитель-бомбардировщик. По сравнению с Су-27, была увеличена боевая нагрузка и запас топлива. И в 1993 году поднялся в воздух самолет, построенный на серийном заводе Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Таким образом, это конструктивное развитие истребителя Су-27, а тот был создан в 1970-е годы в ответ на появление американского истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle. Кстати, на базе F-15 построили истребитель-бомбардировщик, или, как называют его в США, многоцелевой ударный самолет F-15E Strike Eagle, ударный орел, Су-34, очевидно, и стоит считать ближайшим американским аналогом. Су-34, несомненно, выигрывает у Су-24 в маневренности и способен вести точный огонь по наземным целям, оставаясь на более безопасной высоте. У нового самолета также больше боевая нагрузка, по неофициальным данным, до 12 тысяч килограмм против 7500, боевой радиус 1100 километров против 560 и максимальная скорость на большой высоте 1900 километров в час против 1600. При этом Су-34 довольно далеко ушел от Су-27, что заметно даже неискушенному взгляду. Су-34 – триплан, то есть помимо крыла и стабилизаторов, оснащен двумя дополнительными консолями оперения, размещенными впереди крыла. Такая конструкция улучшает маневренность самолета на небольших скоростях. А вот от характерных для Су-27 подфюзеляжных килей было решено отказаться. Другая эффектная черта – тот самый приплюснутый нос, обтекатель РЛС. Эта конструктивная особенность связана с тем, что по сравнению с Су-27, у Су-34 расширена кабина экипажа. Как и в Су-24, экипаж самолета состоит из двух человек, которые располагаются на стоящих в один ряд креслах. Такое расположение берет непосредственное начало от разработок по проекту палубного учебно-тренировочного самолета Т-10КМ-2, также на базе Су-27. Кстати, в F-15Е тоже два пилота, однако они сидят друг за другом. Между креслами предусмотрен проход, в котором один из членов экипажа может прилечь и отдохнуть. Предполагается, что самолет будет совершать и дальние вояжи с дозаправкой в воздухе, для этого предусмотрена выдвижная штанга, так что кратковременный отдых может оказаться не лишним. В задней части кабины расположены туалет и мини-кухня для разогрева пищи. Здесь можно даже встать в полный рост. Заход в кабину осуществляется не традиционным способом через фонарь, а по трапу, через люк в нише передней опоры шасси. Кстати, из-за изменения конструкции кабины, переделана и усилена передняя стойка. В отличие от Су-27 на ней не одно колесо, а два, расположенные рядом друг с другом. Впервые для защиты экипажа кабина была изготовлена в виде титановой бронекапсулы. Кабина герметизирована и надута, до высоты 10 тысяч метров экипажу не понадобятся высотные костюмы. По сравнению с Су-27, в конструкцию внесено много других существенных доработок. Усилено крыло, добавлены две дополнительные точки подвеса для вооружений, 12 против 10. В целом Су-34 намного тяжелее своей базовой модели, его максимальная взлетная масса увеличена примерно в полтора раза до 45 тонн, что дает возможность нести на борту больше топлива, до 12 тонн, и больше вооружений. Для большей защищенности самолета, вдобавок к основной РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой, расположенной под утиным носом, в расширенной кормовой балке установлена дополнительная РЛС, обращенная к задней полусфере.
При выявлении в воздухе враждебных целей Су-34 может атаковать их как с помощью стандартной для семейства Су-27 автоматической 30-мм пушки ГШ-31, так и с применением управляемых ракет воздух-воздух малой Р-73 и средней Р-77 дальностей. Номенклатура вооружения класса «воздух-поверхность» достаточно многочисленна и включает в себя как корректируемые авиабомбы, так и неуправляемые и управляемые ракеты. Кроме РЛС с дальностью обзора по наземным целям 120 км и с возможностью одновременного обстрела 4 целей, бортовое радиоэлектронное оборудование включает в себя систему радиоэлектронной борьбы «Хибины-10В», радиотехническая разведка, постановка активных помех, а также тепловизионные и телевизионные системы прицеливания. В первые годы эксплуатации Су-34 выявились разнообразные болезни машины, и касались они в частности нестабильной работы РЛС и прицельного комплекса, что становилось серьезным препятствием для нанесения высокоточных ударов. Именно электроника, в отличие от планера или двигателей, является в каком-то смысле ахиллесовой пятой авиационной, да и в целом оборонной промышленности Российской Федерации. На экспортных версиях российских боевых самолетов, продаваемых в такие страны, как Индия или Малайзия, ставят БРО иностранных конструкций. А тут еще и декабрьские потери 2023 года. Единовременное уничтожение 4 российских бомбардировщиков Су-34 и еще одного многофункционального истребителя Су-30РФ украинскими средствами ПВО стало шоком для россиян. Как то после Сирии и Чечни, они забыли, что война – это дорога с двухсторонним движением. А боевые потери на сегодняшний день – уже более 330 самолетов и стольких же вертолетов в агрессивной войне против сильного и умного противника – не добавляет уверенности в своем будущем. По данным СМИ, довоенный флот РФ насчитывал около 150 Су-34. Если учитывать недавно сбитые самолеты, то Украина уже уничтожила 25 или 26 таких истребителей-бомбардировщиков стоимостью $50 миллионов каждый. Дальность действия «Патриот» с ракетами GMT против аэродинамических целей – 160 км. Дальность сброса бомб с УМПК, комплект крыльев для неуправляемых бомб – 60-70 км, дальность пуска противорадиолокационных ракет Х-31П – 110 км, Х-59М – до 115 км, хотя ее модернизированная версия Х-59МК – до 290 км. То есть все кроме Х-59МК можно запустить только в зоне действия «Патриот», а дальность наиболее дальнобойной управляемой ракеты тактической авиации уменьшается на контролируемую этим ЗРК зону. Новосибирский авиационный завод имени Чкалова ежегодно производит лишь несколько новых Су-34. Москва не может выдержать текущий уровень потерь, не говоря уже о работе новых украинских F-16. В этом случае федералы могут попытаться запускать бомбы в режиме кабрирования. Это, конечно, не полностью предохраняет от ЗРК, но минимизирует время нахождения под возможным обстрелом, так как сразу после сброса самолет ложится на обратный курс и возвращается на сверхмалую высоту. О возможности УМПК выдержать такие маневры есть вопросы. Но, скорее всего, федералы все же попытаются применить такой метод, потому что не могут себе позволить просто поставить на землю тактическую авиацию или продолжать ее использование в аналогичном режиме.